Здравствуйте, дорогие друзья, 125-й псалом, небольшой псалом, Господь защищает свой народ, написано в нем в основном. Что интересного есть про 125-й? От плохого сна, в первую очередь. Если сон плохой, тревожит человека, 125-й псалом его отменяет. Его, кстати, добавляют также эту молитву от плохого сна во время Берхат Коаним, и тогда это все вместе. И в других книгах написано Берхат Коаним в синагоге, читайте, и Тегилим со 125-й отменяет. От врагов. От врагов есть очень интересная сгула, связанная с этим 125-м псалмом. И вообще для того, чтобы убрать негативные силы, надо взять соль, произнести над ней 7 раз Тегилим 125-й, и потом бросить возле дома врага, как говорится, и чтобы и тогда они не причиняли тебе вреда. Но вообще, когда с этим мудрецы советуют не связываться, все, что связано с потусторонними силами, очень опасно. Что еще очень интересно, если кому-то надо понравиться, надо вот взять 4 камушка, подойти на гору какую-нибудь, ну не очень, не на гору, не Арарата, там небольшую гору, холмик какой-то, произнести 125-й Тегилим и бросит камушки на 4 стороны света. Написано, помогает. Я не пробовал, не знаю. Браховая слуха.